Вернадский Владимир Иванович. Родился в 1863 году, умер в 1945. Это экспозиция «Видно Киев» с моста Патона. И видно минералы дальше. Минералы. Это кварц. Это каменная соль. Это кварцевая щетка. Это, наверное, серы, желтенькие вкрапления. А это мне немножко не видно. Пулевый шпат, пегматит. Видишь, это, скорее всего, виды мрамора. А это уголь, каменный уголь. И красиво видно мосты по Днепру. Экспозиция состава земной коры с магмой в центре и ядром. Это показано падение Сихотэ-Илинского метеорита. Экспозиция просто получилась красивая. Метеоритный обломок. Метеорит каменный, червоный кут. И дальше тоже геологический отдел. Минералогия.